В это время в городе был сильный ветер и шел дождь. Жители дома рассказывают, что проснулись от грохота, а многие выбежали на улицу. То, что увидели, повергло в шок хозяев железных коней. Крыши автомобилей сложились в гармошки от тяжести огромного дерева. Кроме того, оно задело газовую трубу. Страшно было. Те, кто проснулись, все вышли. Моя семья, например, вышла практически вся, хотя мы живем в крайнем подъезде. Был сильный запах газа, поэтому машины не заводили, какие смогли, руками оттащили, ну и вызвали спасательную службу. Из-за аварии с трубой несколько часов жители боялись возвращаться в свои дома. На месте работала газовая служба, специалисты меняли 3 метра трубопровода. Подача голубого топлива в 4 соседних домах была временно прекращена. Естественно, труба порвалась. Меняется часть трубы, которая была нарушена деревом. Все. И сколько времени еще понадобится? 1,5 часа. По словам жителей дома, упавшему тополю более 40 лет, и таких старых деревьев во дворе еще несколько. То, которое уже упало, рабочие распилили и увезли по частям.